20-20-20, конечно, это очень такую большую, высокую планку, которую мы поставили за 2 года. Достаточно быстрый темп. Помните, еще даже здесь, еще прошлым летом не было ничего. Сейчас уже детский сад в высокой степени готовности. Хочу поблагодарить всех, кто этим занимается, наших строителей, которые в эти очень непростые условия все-таки смогли мобилизоваться. И вот сейчас последний бросок, последнее усиление, уже внутренняя отделка, последние штрихи, чтобы садики были полностью готовы к запуску.